Всем привет! Вы на канале Тыков КТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И давайте начинать. Ой, как все же... Я уже устала просто сидеть, ничего не делать. Конечно, хорошо, что каникулы. Ой, может, пойду погуляю, надо только вещи мои сейчас взять. Ой, вещей-то у меня и нету. Надо обновить гардероб. Мама! Да, да, доченька, что? Что случилось? Пойдем в торговый центр, а то у меня вообще ничего нет. Да, пустенько. Пойдем, и ты мне как раз пони купишь. Доченька, по поводу пони я с тобой говорила, никаких пони. Ты уже большая девочка, тебе уже 14 лет. Ты уже скоро будешь получать паспорт, а ты еще играешь в всякие пони. Не знаю, как их там зовут. Да. Но я все равно хочу. Все, дочка, разговор закрыт. Пошли в торговый центр. Одень пока вот этот бантик и колечко. Все. Я пойду тоже собираться. Хорошо. Так, все, я оделась. Мама, я готова. Так, все, доченька, пошли в магазин. Так, все, доченька, мы пришли вот в этот большой торговый центр. Вот он. Большой. Так. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Если вам что-то надо, обращайтесь ко мне. Хорошо, нам пока ничего не надо. Да. Я сейчас тебе подберу какие-нибудь юбочки, ну, чтобы ты ходила, а то летом жарко, а у тебя нет летней одежды хорошей. А, хорошо, я тогда пойду там кое-что другое посмотрю. Хорошо, иди. Так, посмотрим. Вау, сколько здесь пони, это же рай пони, сколько тут их много. Так, пони сейчас. А. Ух ты, какие красивые. Какую бы взять? О, я хочу всех. Ой, но у меня дома столько места нет. Сейчас надо подумать. Вот, я возьму вот эту хочу взять. Это, не знаю, какую зовут. А, вот тут написано. Сасафлаж. Красивая. Очень даже миленькая. Так, надо подумать о ком-нибудь еще. И если вам нравится это пони, то поставьте лайк, потому что мне она очень нравится. Такая миленькая. Так, возьму сейчас, кого бы еще взять? Ну, это я. Как бы себе я не очень хочу брать. Извините. Так, тут надо все восстановить. Я возьму вот эту вот поняшку. Ребята, напишите в комментариях, а какие вам нравятся пони из вот этих вот. Так, хорошо. С пони я разобралась, теперь надо идти к маме. Мамонька! Да, дочь, как раз там подобрала юбочку, сейчас ее примерим. Нет, мам, помнишь, мы с тобой говорили о пони? Да, конечно же, помню. Но вот я тут хотела сказать, можно мне несколько пони купить, пожалуйста? Ну, не знаю даже. Я же тебе говорила, ты уже взрослая. Ну, мне там надо для своих нужд. Ну, только если ты их в первый же день не кинешь в дальний угол и не пойдешь сидеть в телефоне, а будешь с ними нормально играть и обращаться, то тогда ладно. Конечно же буду, мам, но я же принцесса, и я очень этикетная, и я знаю, как надо вести себя с игрушками и с вещами. Ну, хорошо, какие ты хочешь взять? Вот эти. Этим. Ладно, хорошо, сейчас возьмем еще несколько вещей. Я возьму тебе вот, ой, вот эту вот расчесочку. Вот. У меня есть расческа, ты помнишь? Вот тебе, ты как раз говорила, тебе нужны вещички. Там вот такое колечко всякое. И вот это. Все, достаточно. Сейчас ты юбочку примеришь, и мы пойдем на кассу. Хотя нет, стоп, я себе еще должна что-то посмотреть. Ты еще можешь пока посмотреть всякие аксессуары, а я пойду. Смотрю. А может быть, мне мама еще разрешит купить пони? Надо бы посмотреть. Я бы взяла еще, но нет, она не разрешит, она говорит только две. Хорошо, хорошо. Бежим, бежим, мам, быстрее. Ой, ну куда ты так быстро не идешь? Ну, мама, как куда? Я иду, купите много-много пони. Ой, ладно.
пойду вещи посмотрю. О, Рарити, здравствуй. Ой, здравствуйте, Флаттершай. Рарити, привет. Привет. Пойдем посмотрим пони. Да, я тебе уже несколько взяла. Ой, давай посмотрим их. Угу. Так, я пойду тогда. Хорошо, мам, иди. Здравствуйте. О, здравствуйте, Флаттершай. Давайте посмотрим вещи. Давайте. Так, какие интересные вещи. Ой, а ты какие себе пони хочешь? Я не знаю, у меня их уже так много, у меня их сейчас. Так, значит, вчера плюс одна. А, сейчас у меня их 310. Ого, сколько у тебя пони. Да, потому что я их почти каждый день покупаю. Я просто обожаю пони. Ого. А у тебя все есть? Да, кроме одной тут пони. Это прекраснейшая, красивейшая принцесса Луна. У меня ее никогда не было. У меня уже есть Селести, Каденс, а принцесса Луна нет, она редкая. Ясно. Сколько она стоит? О, всего-то 10 тысяч. Я у мамы ее выпрошу. Сколько? Ну ладно, если тебе мама разрешит. Мама! Так, доченька, что ты кричала? Ой, мама, купили прекрасную вот эту пони, как ее зовут? Луна. Ну хорошо, а сколько она стоит? 10 тысяч? Ой, доченька, ты, конечно, извини, но нет. Я лучше куплю тебе какую-нибудь юбочку. Давай какую-нибудь другую купи себе. Вот, например, вот эту вот с блестками. Я не хочу, мама, купи мне эту пони. Нет, доченька. Она сказала, купи. Ой, да уж. Мама, купи. Нет. Купи. Нет. Все, я ее обратно ложу. Бери себе обычную. Ой. Так, ладно. Ну, мама. Что, мама? За 10 тысяч я тебе не буду покупать такую пони. Все. Сейчас я беру вещи и идем на кассу. Нет. Сейчас, да, беру вот это. Вот это, юбочку. Я пошла на кассу. До свидания. Так, сейчас, здравствуйте. Добрый день. Пробейте, пожалуйста, нам вот это все. Хорошо, ну, мама, купи мне хотя бы какой-нибудь пони. Перестань, ты позоришься. Пожалуйста. Доченька, нет. Ну, мама. Бери только какую-нибудь недорогую, а то за 10 тысяч я тебе не могу купить. Так, какую бы взять? Возьми вот эту, Applejack, мне кажется, она даже очень хорошая. Ну, фу, она у меня уже есть. Не люблю. А, простите, дама, вы, ну, девочка, вы не должны кидаться товаром. Выберите себе какую-нибудь пони, вот я бы вам посоветовала вот эту вот. Чудесную. Мунденсер. Да не люблю я вашу Мунденсер. Я же говорю, не кидайтесь товаром. Все, потому что больше я не знаю, что вам посоветовать. Все. Ой, ну это Мунденсер. У меня, конечно же, нет, но я не хочу ее взять. Она какая-то некрасивая. Applejack у меня уже такая блестящая есть. Ну возьмем Мунденсер. У тебя как раз будет плюс пони в коллекции. Нет, не хочу. Хочу за эту за 10 тысяч принцессу Луну. Мама, купи мне ее. Мама, купи. Нет, все. Так, пробейте нам это, пожалуйста. Угу. Бздык. С вас всего 500 рублей. Да, конечно, держите. Так, спасибо за покупку. Заходите к нам еще все. Ну, мама, идем. Ну, мама. Мама, вот, все, наши вещи, идем. Да, я посмотрела, что-то мне там не понравилось, на какие мне юбки. Вот я тебе только вот эту вот юбочку возьму, а мне что-то там не понравились, платья всякие. Хорошо, пойдем. А, дочка, скажи, ну, как бы, ты будешь их коллекционировать или нет? Ну, я не знаю. Просто ты должна знать, мы уезжаем скоро на дачу уже. Так как у меня уже отпуск, и ты уже давно не учишься. Поэтому мы уезжаем на дачу. И... я тебе эти куплю пони, ну как, за то, что ты окончила школу. Да,
Ну, и ты знаешь, как я принцесса, ну, я думаю, ты, наверное, за лето захочешь еще пони, поэтому я тебе разрешаю купить еще одну пони, хорошо? Ой, мамочка, спасибо. Сейчас я возьму какую взять. А вот эту хочу взять, блестящую. Вот эту, Applejack. Хорошо, хороший выбор. И поставьте лайк, если вам нравится вот этот блестящий Applejack. Так, идем. Так, все вещи наши поставим. Так, твои поньки и аксессуары. Так, здравствуйте. Так, здрасте. Вам это все пробить, да? Да, все? Ты будешь что-нибудь еще брать? Нет. Я тоже. Да, пробить и все это нам. Хорошо. Бздык. 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 Так, бздык. Пип-пип-пип. Так, с вас всего, сейчас посчитаем, 2000, все 2000, готово. А, хорошо, да, держите. А вот, у вас тут выскочила как акция одна. Вы купили две, такие как прозрачные, ну, пони, ну, вот эти, это пони. И ваша дочь может себе купить вот такую вот еще миниатюрную пони. И она вам будет бесплатно. Это такой как подарок, такая акция. Вау, здорово! Мамочка, я возьму. Конечно, бери. Так, какую бы взять, какую бы взять? Так, возьму вот эту, она такая красивая. На маму похожа чем-то. Так. Бздык. Все. С вас тоже ровно 2000. Ну, как и было. А, да, все, да, держите. Сейчас спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Мамочка, спасибо. Так, давай все это домой потащим. Потащим. И всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!